сюда. Парень, даже если мы решим искать Тюра, как нам попасть в Свартальфхейм? Сам знаешь, Один замкнул границы всех миров. Синдри сказал, у него есть идея. А когда он говорил иначе? Земля словно растрескалась. Помнишь, как тут мы впервые дрались с троллем? Я помню, как ты вышел из себя. Нужно ступать осторожно, брат. Я чую угрозу. Ты можешь драться без щита? Мне это не впервой. Как думаешь, что внизу? О! Мы снова крушим все для дела и потехи. Мило. Что из речей Одина ты слышал? В их беседе? Немного. Они вышли за дверь. Но он ведь все рассказал. Успокойся. Но что, если он рассказал не все? Как ты, брат?
Почти дома. Брат, на два слова. Не вини паренька за любопытство. Это свойство юности. В моей юности учили послушанию. И ему ты хочешь такого же? Брат, он все равно выберет собственный путь. Если не хочешь, чтобы он ушел от тебя, возьми себя в руки и иди вместе с ним. Если найти способ отправиться в Свартальхи, наверняка там найдется много снаряжения, которое может нам... Хватит. Мы пойдем. Правда? Но, если Тюра там нет, ты оставишь поиски. Совсем. Ладно. Ты не пожалеешь. Градас! Сюда! Синдри! Чтоб не провалиться! Это Атрей? Как время-то бежит! Ты так вырос! А, ну да. Ну, идите за мной. Брок сказал, что вам нужно где-нибудь переночевать.
Так что ваши друзья-гномы помогут вам с убежищем. Мы же все еще ваши друзья-гномы. Так других гномов мы и не встречали. Прекрасно. После вас, друзья. Куда мы идем? В самый чистый дом во всех 9 мирах. Надеюсь, таким он и останется. Ни на кого конкретно не намекаю. После вашей встречи с Тором мы подготовили пару комнат, чтобы вы могли спокойно обдумать дальнейшее. Почти пришли. Строились в мире между мирами. Жилище скромное, зато Фимбулвинтер сюда не достает. Шпионов Одина тут нет. А если вам по душе мерцающие серые бездны, то и вид понравится. Тут замечательно. Кстати, мы хотели обсудить с вами наш план. Любопытно. Заходите, заходите. Только, пожалуйста, как следует вытирайте ноги. Я подожду. Вы не будете вытирать ноги, так ведь? Ладно, ваша комната там, а кухня, она вот здесь. Кто-нибудь голодный? Кратос, поешь. Мне не нужна еда. Нам нужна помощь, чтобы попасть в Свартальфхейм и спасти Тюра. Тюра? Он жив? В смысле, что? Не бойся. Я все рассказал. Рассказал? Ты поощрял неповиновение. Нет, я присматривал за ним. Для тебя старался. Никакого риска. Все безопасно. Да не молчи ты. Нам главное сейчас попробовать снова найти путь между мирами. Ты сказал, что знаешь как. Да, точно. Только просто там вы так натоптали. Тогда почему ты до сих пор не открыл путь? Ну, если честно... Нам бы не помешала ваша помощь. О, братьям Хульдрам наконец требуется помощь умнейшего из живущих. Да, именно так. А ну стоять! Чей ты притащил? Во имя Хиля, это еще что? Это мой сын. И что во имя Ярнсмиды с ним случилось? Надо ж, какая дылда, а? Еще и выглядит так. Это ты виноват. Ладно, пошли подберем ему что-нибудь подходящее.
Он же просто растет, балбес. Ты что ли в юности не выглядел странно? Эй! Ладно, с этим уже ничего не поделать. Но советую тебе наконец взяться за ум, если он у тебя есть. Он пытается, поверь мне. Ну что, давайте вас, недоумков, будем снаряжать в путь дорогу. Сперва это. Серьезно помят. Может, проще будет изготовить новый? Этот для меня дорог. Ну, ладно, посмотрю. А пока что давай найдем тебе на замену что-нибудь толковое. Материалов у меня сейчас хватит сделать лишь что-то одно. Принесете еще сырья? Вот тогда и поговорим. Ты учти, если парень будет расти и дальше, вам придется то и дело приходить за новой одежкой.
Да, Фимблвинтер не щадит никакое оружие. Давай сюда топор. Давненько он не бывал в моих руках. Прохлопал кое-что нужное. Я нашел и кинул в сундук. Вот что бы ты без меня делал? Пойду загляну в свою комнату. Как будешь готов, скажи Синдри. Спасибо.
Ну, и как идут дела у нашего лазурного пошляка? Ты это мне, мудила? Ха-ха-ха, восхитительно! Ты все же захотел перекусить. Эй, посмотри! Я надеюсь, все в порядке? Здесь они, видимо, хранят припасы. Удобно, если проснусь голодным. Дай знать, как будешь готов. Как отворить миры? Нужна одна штука из мастерской. Идемте! И голову не забудьте. Так, и где именно заточили Тюра? Его держат в какой-то шахте. Пока что это все. Ты же понимаешь, в мире полно шахт. Нужно узнать точнее, где искать. О, Дурлин может помочь. Дурлин это... Он вроде как наш родич. Заботится о безопасности города. И у него наверняка есть самые разные сведения о шахтах. И Одина он точно недолюбливает. Поэтому, когда твоя мать затевала восстание, она обратилась к нему. Готовы? Восстание? Ты про это знал? Не знал. Лидер восстания, та-да! Который знал маму. Похоже, он-то нам и нужен. По-моему, вы пропустили мое та-да. Ну да ладно. Я все в два счета подготовлю. Идите к вратам и ждите. Лидер восстания? Дурлин-то? Вот это вы его сейчас приласкали. А ты вечно мелешь то, что сам себе и напридумывал, так ведь? Небось, вот думаешь, Дурлин только и ждет, когда ему на голову свалится парочка баламутов. Ты о чем, Брок? Он поможет или нет? А, кто меня слушает? Не пристало Броку заниматься всякими измышлениями насчет родни. Ну, кроме вот этого вот чистоплюя. Я не слышу. Вперед, идите, ломитесь к Дурлину. Сами увидите, что будет. Но учтите, он не такой приветливый, как известные вам гномы. На, характер у него мерзкий. И выражается он, не пойми как. Да уж, не то, что другие. Всегда хотел увидеть ваш мир. Свартальфхейм, похоже, особенный. Свартальфхейм? Хе, дурацкое словечко асов. Мы похожи на темных эльфов. А, да. Вы называете его как-то иначе. Недовелир. Главный город называется так же. Там и надо искать Дурлина. В эту дыру сейчас столько прихвостней Одина набилось, что ни один уважающий себя гном там даже не покажется. Грубо, но метко. Слышите?
Понадобится бебрёст и голова. Брок, возьми его. А, так вот в чем заключается моя помощь. Ну да. Артефакт был создан специально для тебя. Глаза бебрёста помогут тебе иначе взглянуть на проблему. Ну ладно. А я могу им как-то управлять? О, нет. Нет. Это лишь удержит тебя, пока мы светим тебе в глаза. О, Синдри, грязный ублюдок! Открой глаза, открой! Мне совсем не хочется применять распорки. Давай! Так. Хорошо, теперь выпускай! Все равно неприятно! Наш черед, давай, скорее! Да иду я, иду! Во имя яиц, Хрёсвельд, ну зачем так-то? Скоро узнаешь. Подрегулируем. Готово, все в порядке. Видишь? Ничего непоправимого. Я тебе покажу непоправимое. Кратос, брось меня в него рогами вперед! Да ладно, козлина, чё ты шуток не понимаешь? Бибрёст треснул. Мы перенастроили врата так, чтобы они работали с помощью семян Игдрасиля. Больше не нужны ни стол, ни лампа Бибрёста. Лампа давала свет. Ладно, намек понял. Я что-нибудь придумаю. Но сперва давай покажу тебе, как это работает. Наведи ключ на руну Свартальфхейма справа. Сосредоточься. Чтобы попасть в любой из тех миров, потребуется семя. Приведут вас на болото у Нидовеллира. Идите на городскую площадь и в таверне спросите о Дурлине. А в таверне о нем знают? Дурлин всегда был закоренелым пьяницей. Конечно, с годами он мог поменяться, но, судя по опыту... А ты не пойдешь с нами? Ну, я мог бы заскочить, но в болотах так... сыро. И там повсюду злобни. Гнусные, склизкие, вонючие твари. Но вам удачи! Спасибо. Постой, что? Я говорю удачи! Ого, чувствуете? Ты о чем, парень? Во всем вокруг. Тепло. Одним шпионом меньше. Можем поплыть на этой лодке, если я смогу ее спустить. Осторожно.
очень шустрые. Следу слева! Сзади, отец! Петлуй слева! Смотрю, начало неплохое, а? Атрей, ты потерял бдительность. Зато добыл лодку. Как соберешься, можем отправляться по каналам. Зачем в воде эта цепь? Она от гномьего парома, которого тут не наблюдается. Все не верится, что мама возглавила восстание против Одина и ни словом не обмолвилась. Может быть, от того, что восстание провалилось? Чем она занималась до нашей встречи? Ее дело. А ты интересовался? Смотри по сторонам. В воде есть ресурсы. Я ни разу не спрашивал маму, чем она жила раньше. Да о чем вы вообще с ней говорили? Или ты говорил лишь... Женщина, стереги дом. Я пойду наловлю рыбы. И уходил на 5 дней? Нет. Твоя мать рыбачила куда лучше. Ты видел? Вон там. Колесо перекрыло канал. Наверное, если повернуть его, мы сможем проплыть. Так это и есть болото? Очень похоже. Это топь. От запаха глаза слезятся.
Должен сказать, и впрямь попахивает крепче, чем когда я был тут в прошлый раз. Дорога идет дальше по другую сторону гейзера. Ха, были бы мы в Мидгарде, вода бы вмиг замерзла. Брат, а если его заморозить? Похоже, это артефакт времен гномьего восстания. Нарукавник Хрейдмара, отца нескольких небезызвестных тебе гномов. Наверное, стоит отнести Броку. Пусть лучше будет у него, чем здесь. О! Как ты думаешь, мы сможем залезть? Да, гномы строили на совесть. Тюр дружил с великанами. Интересно, знал ли он маму? Был ли он участником восстания? Все может быть. Бог войны частенько якшался с великанами, но не припомню, чтобы он открыто объявлял их союзниками. Идем. Должен быть более быстрый путь вниз. Брат!
Правее! Держись!
больно бьют! Гады! Обо мне не думай! Слева! Осторожно! Справа!
Так, теперь надо придумать, как повернуть колесо. Эй, предупреждать надо, если видишь, что твой спутник вот-вот увязнет по самое горло. Земля. Землетрясение? Такое в Свартальфхейме случается, пусть и не часто. Учитывая, сколько тут копали, земля может быть нестабильна. Достанешь до колеса отсюда. Ты опустил его. Как раз так, как надо. А может ли быть, что тут так тепло не потому, что холод сюда еще не добрался, а потому, что в Свартальфхейме просто все иначе? Точно. Фимбул Винтер влияет на все миры по-разному. Странно, что он не несет предсказанную стужу повсюду. Но он принес ее в Мидгард. А тут, как видишь, его влияние выражается более газоподобно. Обрати внимание на гейзеры, на упомянутый запах. Здесь и прежде такое бывало, но сейчас всего этого стало слишком много. Как думаешь, пройдем под мостом?